Всем привет, меня зовут Александр Лаевский, и вы смотрите программу «Музыкальный легион». Это программа для тех любителей музыки, у которых есть не только уши, но и глаза. Сентября выходит новый альбом проекта Enigma «Seven Lives, Many Faces». 40 миллионов проданных альбомов, 50 первых мест в хит-парадах – все это дает повод серьезно приглядеться к 18-летней истории Enigma. Собственно, вот именно поэтому у меня в руках два DVD, датированных, соответственно, 2003 и 2006 годами. С момента своего появления Enigma постоянно привлекает к себе внимание. Вроде бы относиться к этому проекту всерьез довольно странно, но не всерьез тоже не получается. Основной идеолог проекта, франко-немецкий продюсер Мишель Криту, держит нос по ветру всех новых веяний. Он использует и монашеское григорианское пение, и этнику, и стилистику New Age. Фактически он стал континентальным аналогом Алана Парсонса. Тот тоже прошел путь от руления чужими работами до создания собственных полноценных звуковых полотен. Однако Криту шел иными, чем Парсонс, путями. На первом альбоме моего имени даже и не было написано. По мне так это и не очень важно. Важно было другое. Чистая музыка. Инструментальная музыка, построенная на принципе человеческого глаза. Инструментальная, да, но с вкраплениями вокализов, фрагментов проявлений неизвестных стран и культур. Мне было важно показать, что можно легко и свободно смешивать культуры, принадлежащие людям, с различным цветом кожи. На самом деле он никакой не Мишель, а вовсе даже и Михай. Михай Крицу, так звали уроженца Бухареста, который в 11 лет вместе с семьей эмигрировал во Францию. Именно там он стал Мишелем. Позже, проявив талант, мальчик поступил во Франкфуртскую академию музыки, где обучался классическому фортепиано. Впрочем, юноша быстро понял, что карьера академического музыканта не для него, и перебрался за клавишной англоязычной нововолновой группы Matisse Special. Вот тут-то ему и стала благоволить фортуна. Группа записала всего два альбома, один из которых сразу попал в первую немецкую двадцатку, а один из синглов добрался аж до третьего места, это учитывая то, что в то время в Германии все старались петь по-немецки. Однако Криту быстро понял, что этот этап в его жизни закончен, и покинул коллектив, тем более, что на его счету уже был сольный альбом. Время пролетело очень быстро. 15 лет уже этому проекту. Это достаточно много. Когда я начинал, я не рассчитывал на такой долгий срок. Не на 15 лет, во всяком случае. Максимум на 5. Вообще, я счастливый человек. Я воплотил в жизнь мечты моего детства. Люди часто спрашивают меня, как вы описали бы свою профессию. Я музыкальный алхимик. То есть я беру те же самые компоненты, которые используют все, только работаю с ними по-иному. Ну, а результат всем известен. Большое
большому счету знаковой для Мишеля стала встреча с певицей Сандрой Лауэр. Это была встреча двух знаменитостей. И если Мишель был человеком из-за сцены, он к тому времени довольно много занимался продюсированием и записью партий клавишных для других исполнителей, то Сандра была суперзвездой европейского масштаба. Лидер-вокалистка диско-трио «Арабески», чьи композиции звучали, казалось, из стиральных машин и электродрелей. А пластинки выходили даже в СССР. Ой, это было очень серьезно. Но что-то потянуло их друг к другу. И Сандра поняла, что «Арабески» — это для нее как-то тесновато. Мишель оказался рядом, поддержал, стал ее продюсером, ну, а затем и мужем. Большая часть голосовых партий на альбоме исполнена моей женой, Сандрой. Собственно говоря, она и есть голос Энигмы. Но ряд мелодических линий требуют иной окраски и лидирующий вокал. Для этого нужны другие вокалистки. Они меняются. Я не буду называть их имена, это не главное. Тут важен момент волшебства, трансформации. Когда останется один единственный голос, боюсь, Энигма закончится. До выхода первого альбома проекта они записали 5 сольных альбомов Сандры, и все они попали в европейские чарты. Да что говорить, многие из вас наверняка сразу вспомнят такие песни певицы, как «Secret Land», «Heaven Can Wait» и «Мария Магдалена». А Мишель тем временем готовился к своему главному проекту. Альбом, название которого состояло из латинских цифр, а переводилось как просто-напросто 1990 год от Рождества Христова, вышел в соответствующем году. Благодаря смеси из григорианских песнопений, вокала, шепотов и криков Сандры, гипнотических мелодий в сочетании с танцевальными ритмами, проект сразу оказался в центре внимания. Журналисты упоминали имена многих исполнителей, но имена настоящих создателей не раскрывались продюсерам и композиторам довольно долго. Но это был успех. Настоящий безоговорочный успех. Каждый альбом отражает момент времени, в который он создавался. Я не раз говорил о том, что сейчас я не смог бы записать первую «Энигму». Это совсем другая жизнь. Да, он получился именно таким, каким я хотел его сделать. Но это был другой я. Мне было гораздо меньше лет. Это такая маленькая глава в моей автобиографии, которая складывается из всех моих альбомов. Скажу откровенно, по большому счету это попса. Начиная с ритмики, которая, конечно, с каждым альбомом становилась все изощреннее, заканчивая мелодикой, которая все время клонится в сторону сладости и какой-то приторности. О, я понял, это такое музыкальное фэнтези, но не класса Толкиена, а порядка на 3-4 ниже, если проводить литературные аналогии. Красивая сказка для взрослых девочек, ну и мальчиков тоже. Все-таки месье Криту не хватает высоты полета. Хотя временами, кое-что у него получается довольно лихо. Вот, к примеру, как вот эта композиция. Хочу
хочу предостеречь вас. Вот этот DVD, самый на сегодня свежий, нужно смотреть с осторожностью. Создавая его, Криту не очень долго думал над видеорядом. Вообще говоря, эти ролики и клипами-то назвать нельзя. Вы сами видели, что в отличие от обычных многофигурных актерских роликов, сделанных, что называется, богато, он взял за основу эффект калейдоскопа. И в каждой вещи его каким-то образом раскрашивает, расцвечивает, в общем, использует по-всякому. Так вот, если смотреть диск от начала до конца, он начинает оказывать какое-то гипнотическое почти что воздействие. Так что поосторожнее, а то сядете перед экраном своего Home Cinema, жена придет и застанет вас в состоянии вмененного сознания.